Зайдете на премьеру, на твою. Хищники так. Будем смотреть. Хищники. Через несколько секунд расскажешь свое мнение. Ну, сразу после фильма впечатление. По актерской игре ни к кому претензий нет. Номана. Итак, вчера с Арсением Сергеевичем мы сходили на фильм «Хищники», в котором Арсений Сергеевич, собственно, вот он, дебютировал. А я обещал честный отзыв. Вот прям честно, я ему еще не рассказывал. Вам сейчас расскажу. Отзыв короткий, но честный. Фильм, честно, на любителя. И то, наверное, на любителя самого Арсения Сергеевича. Вот. К актерскому составу претензий нет. Актеры сыграли великолепно. Но до хрена непонятных моментов и очень странный какой-то инстафильтр наложен на весь фильм. Постоянно хочется протереть камеру. Вот клянусь. Это, наверное, режиссерская какая-то находка, но меня и еще там был наш друг, сильно это все смущало. Вот. И очень сильно порезали фильм. Прям. В общем, не могу сказать, что это шедевр киноискусства, но посмотреть на то, как играет Арсений Сергеевич, определенно стоит. Ну, кстати, Топольня тоже засветилась в «Хищниках», и вот она прям там дала жару. Вот прям молодец Юлька. Утерла нос Токтарову. Вот.